на здоровье. Обряд на здоровье проводится в период убывающей луны или новолуния. Этот обряд можно делать перед сном или рано на рассвете. Нужно стать лицом к окну, либо выйти на улицу и, глядя в небо, проговорить слова: «Тягучая и болючая хворь уходит, покидая мое тело. Теперь, раба Божьего, проговариваем собственное имя, больше ничего не гложет и не мучает. Все плохое вышло из моего тела. Силы возвращаю, болезнь отдаю. Аминь». После этого нужно умыться и обмыть руки.